А всем привет, с вами Тимон, и вы много просили снять продолжение рубрики «Трэш-смузи». Да, я сделал заказ на самые экзотические фрукты в мире. Многие из них я не то что не пробовал, да, я не знал даже существования их. Да, и Тимка уже хочет распечатать и посмотреть, что же там внутри. Да, я и сам уже не в терпении. Так, давайте откроем по чуть-чуть. О, я что, сено заказал? Да шучу. Их просто упаковали, чтобы не доехали в сохранности, так как ехали они откуда-то далеко, из Африки там что ли. Так, этот фрукт я знаю, это драконий фрукт или питахая. Никогда не пробовал, я тут, наверное, вообще ничего не пробовал. А это какая-то хрень зеленая, вроде с кактуса ягода, не знаю. Это что? Тоже не знаю. А это что за груша? Кто-то знает вообще, что это? Напишите в комментариях. Короче, вот это все, что мне привезли, тут и волосатики, и какой-то горох, тут столько всего прикольного. И мы это все решили разрезать, посмотреть, и я все это смешаю в блендере и сделаю супер экзотик смузи. А пока, ребята, мы решили с Тимкой немного поиграть, расслабиться, и это Armored Warfare, проект Армата. Мне она жутко нравится, так как тут все самые современные танки от Абрамса до Т-90. Да, и вы не ослышались, тут есть Армата. Пока военные они только мечтают, вы уже можете на ней погонять и сделать ваших врагов. А сколько тут разных примочек, все, что душа желает. Птуры, дымовая завеса, активная броня. Короче, мне реально нравится. Кроме PvP и PvE, тут есть режим столкновения, и это просто мясо. У вас и ваших друзей прессуют со всех сторон, и очень круто, когда вы выходите победителями. Я давно хотел что-то новенькое, а у них сейчас новое глобальное обновление, Карибский кризис. Короче, проект Warfare не стоит на месте, все поменялось и довольно-таки круто. Я оставлю ссылку в описании, переходите и оцените изменения лично. Да, игра бесплатная, по моей ссылке вы еще и получите крутой танк в подарок. Так, а пока я хочу показать вам все эти экзотические фрукты, что я закупил. Понемногу попробую, чтобы понять, что это и на что оно вообще похоже. И может быть мы что-нибудь дадим Тимке, и я сниму его реакцию, так как он любит фрукты. Поэтому сразу лепите лайки, если хотите еще такие видео. Так, ну это вы, наверное, уже знаете. Это рамбутан, на про эти волосатики кто только уже не снимал. Я разрежу его, вот так вот он выглядит изнутри. Тимка, попробуешь? О, понравилось. Ну а теперь я. Неплохо, очень такая мясистая ягодка. Немного с кислинкой, похожей на виноград со смесью сливы. Интересная штука. Да, Тимке нравится. А вот это, ребята, штука из кактуса, его плод. Первый раз такое вижу. На вкус она должна быть как груша. Да, прикольная. И Тимке тоже нравится. А вот этот горох, это тамаринд. На вкус похоже как на яблочный джем или чернослив. Да, чернослив точно. Тут большая косточка, поэтому я Тимке давать ее не буду. И думаю, эта штука, наверное, не годится для смузи. А еще я закупил пипину. Это дынная груша. Она даже режется как груша. И на вкус... Да, как дыня, груша. Короче, такая, знаете, тверденькая, хрустит. Ну и, конечно же, я закупил красный дракон. Самый распространенный фрукт, который все хотят попробовать в Таиланде. Очень вкусный, очень мясистый. Это тупо пресная киви, без кислоты. Тут даже сахара немного чувствуется. Ну и давайте дадим Тимке попробовать. О, да, он захотел пипину. Так смешно звучит. Видимо, ему дынька больше по душе. Ну и драконий фрукт ему тоже нравится. А вот эта штука тупо перезревший огурец, кивано, она из Африки. Да, она даже пахнет огурцом. Я даже такой гадости Тимке не хочу давать. А вот это очень вкусная штука, очень водянистая, похожая на крыжовник, и косточки прямо тают во рту. Я думаю, из нее будет очень клевая смузи. Ладно, давайте все закидывать в блендер. Фруктов у нас получилось немало, а довольно-таки много. И тут и кислые, и сладкие, разные вкусы. Думаю, будет супер. Если вам понравится такой формат видео, пишите, из чего еще сделать смузи, и ставьте лайки. А с меня видос, может быть, закупим дуриан. Самый вонючий фрукт в мире, ржака будет. Так, включаем. Пошло дело. Блендер что-то не справляется. Прорвало. Идет круто. Так, кстати, пахнет просто офигенно. Вот что у нас было, а вот что получилось. Думаю, это, наверное, супер вкусно. Я, конечно же, поделюсь этим с Тимкой. Ой, разлил. А, да ладно, Тимка сейчас все равно все уберет. Вкусно? Да? Вкусно, вкусно, как же. Я знаю, сурикатики любят фрукты. А теперь давайте я попробую. Пипец, это супер, блин, смузи получился очень питательным,
и таким насыщенным, столько вкусов, как будто я умял всю эту кучу фруктов. Конечно же, преобладает дракон, и вот тут было даже два вида, красный и желтый, ну еще гренадила, классно, да, замешала вкус, и огурец этот тоже чувствуется, хоть я его немного дал. Короче, это все, конечно, прикольно, но хочется поприкалываться. Пишите, какие фрукты еще смешать в блендере, может еще что-то вонючее, как дурям бывает. Лучшие комментарии попадут в видео, 50 тысяч лайков и с меня видос, а на этом все, ребята. Жмякайте на колокольчик, подписку, чтобы не пропустить этот прикол. И удачи всем, пока-пока. Man, your place to play, man, is the...